А я вот не мог понять, какого ты пола. Так. Вот он настоящий. О, что вы охраняете? Боеприпасы. Понятно, ну да, видно. Видно. Как в Дагестане дела? Как в Дагестане дела? Нормально? Нормально все, нормально. Как у тебя там? У меня тоже неплохо. Ты откуда ты сам? Я из Украины. Как у вас там в Украине-то обстановка? Ну, на самом деле неплохо, там, где боевых действий нет. Ну, на неоккупированных территориях. Что? С Украины с какой области? Я из Киева. Я из Киева. Что говорят люди хоть ваши? Ну как что говорят? На оккупированных территориях произошел охуительный референдум с явкой 100%, где все проголосовали за. Ну. А там не 100%, а там 90 с чем-то. До 100 не дошло. Да. Вот, да. Ну как с Крымом было, в общем. Из ног не смогли прийти, ребята. Почему как с Крымом? Ну, как с Крымом. Пришли россияне с оружием, и мгновенно люди начали голосовать что-то за присоединение к России. Непонятно, как это так работает. Не, чуть-чуть ошибаюсь. Ты хорошо информация, честно говоря. Да, то-то они, по всей видимости, спали и мечтали 20 лет, чтобы к РФ присоединиться, по всей видимости. Ну да? Да. Так думали все время, об этом только думали. Да, да. Время запросы кидали с Украины. Ну ничего, сейчас мы скоро до Киева тоже дойдем. Да вы дошли уже, один раз. Ну, это же не один раз. Можно несколько раз подойти. Было прикольно смотреть на у русских десантников, которые от огня в бурятов превращались под Гостомелем. Вот это было очень занятно. Ну, смотрю, я тоже превратился. Они долго там лежали, кстати. Ощущение, никто ничего с ними не делал, потому что нахуй надо. Просто валялись такие. Можно было съездить прямо посмотреть, экскурсии водить, всякое такое. Что, ты смотрел? Да. Поехал, посмотрел, конечно. Ну, вы вывели войска, все, поехали, посмотрели. Любой уважающий себя человек сел на машину, поехал, посмотрел. Там эти трупы лежали. Как зовут? Никто не убирал. А, Гена. Гена, все, меня Денис зовут, смотри, Гена. Так. Скажи, да, что обострять там, смотри, ты, у тебя своя точка зрения. Ладно. Обострять? Что обострять? Мы общаемся, имеется в виду. Смотри, Ген, ты мне скажи эту ситуацию. Ты видишь, да, так по-своему, в Гостомеле, там, допустим, ты думаешь, мы ушли там. Там у нас как бы растяженность слишком большая, войск была. Поэтому. Да, а кто виноват? Да, ну, виноваты, да, были. Проект такой. Был такой. Ну, есть такой момент. У вас тоже такой проеб. Вам одну информацию вливают в уши, нам другую информацию. Также ты хочешь сказать, что вам достоверно все говорят? А мне не нужно слушать, что говорят. Можно поехать, посмотреть трупы, танки, брошенную технику. Она буквально просто лежит. Это не секретное что-то, что обнесено частоколом. Показать видео, где ваши лежат тоже. Ну так это видео, а нам-то можно съездить просто видео, посмотреть. Пока ваши люди не посмотрят. То есть вот эти все места, типа там Буча, Ирпень, они все открыты, спокойно в них езжаешь, смотришь. Не, ладно, что в Азове взяли, Мариуполь взяли, а ваших азовцев там 3000 человек, это пиздеж, да, получается? Ну да, азовцев обменяли на Медведчука. Не, ну это пиздеж получается тоже. Так. Азовцев обменяли на Медведчука, дед. 215 человек обменяли. Да, командиров. Командиров обменяли, да. Да они, которые отъебаны были, в жопу уже их отменили. Вот сразу началось. Между прочим, обменяли на Медведчука, несмотря на то, что обычные русские солдаты есть пленные, на них можно было обменять, но Путин решил кума своего спасти. Вам норм, да? Вам пойдет и так. Вы это перетерпите. Не только Медведчук. Там еще пара человек была, согласен, но не 200. Да. Фишка в том, что их было не 200. А азовцев выменили 200. Да. Выманили, но их же Украине не отдали.